Привет-привет. Привет-привет, кто со мной рисовал. Дорисовываем дальше. Закончился фактически. Остановился эфир. Да, потому что час опять прошел. Мы продолжаем. Итак, до сих пор мы сегодня рисуем маркерами, до сих пор мы нарисовали вот эту вот маркерную картинку. Кто не слышал предыдущие серии, подсказываю еще раз, что референс у меня находится, как всегда, в стори. Вы можете посмотреть его в стори. Для этого, к сожалению, нужно выйти из прямой трансляции и его сохранить себе story. Да. Вот мы до сих пор нарисовали вот такую лодку. Собственно говоря, осталось чуть-чуть еще закончить какие-то нюансы и завершить немножко. Остались детальки, остались маленькие частички. И, по идее, мы уже готовы, закончили. Ну что, осталось еще вот именно детальки у лодки. Да, для начала посмотрим еще раз. Вот задний план я уже более-менее нарисовала. Он, правда, какой-то сильно получился кое-где светлый, да, но мы можем к нему еще вернуться. Я для начала все же хочу закончить детальки на переднем плане. Ну что ж, давайте продолжим. У меня вот сейчас, в принципе, мне хочется нарисовать мачты. Пуп-пуп. Какого она должна быть размера? Мачта вот где-то до сюда, да? Да, мне хочется, собственно говоря, нарисовать мачту, но, если честно, я не совсем знаю, понимаю сейчас, каким бы лучше, или маркером, или все-таки, чтобы она не была сильно, скажем так, сильно толстая, чтобы не получилось, может быть, даже стоит ее лучше нарисовать или линером, или карандашом. Но карандашом, наверное, слишком тонко. Рискну все-таки сделать. Да, вот, нарисовала нормально. Хорошо, потом там еще какие-то штуковины там. Все. Получилась такая. Потом еще какие-то вещи есть там. Какие-то мачты сзади выглядывают. И очень интересно, мне для начала было даже фактически не видно на картинке. Оказывается, там есть еще вот боковушка. Боковушка так и как-то вот так. Да? Вот. То есть она не очень нам видна. Видно, на самом деле, вот это место самое темное. Какая-то вот такая вот то ли тент, то ли что-то вот такое там на ней еще есть сверху. Но она и на фотографии тоже ее почти не видно, эту штуковину. То есть, собственно говоря, не страшно, что и у нас не видно. Но вроде как немножко оправдывается тот момент, что откуда взялось вот это вот отражение. Да? Как-то так. Что-то вроде тента там. Хорошо. Вот. Осталось еще у нас, кстати, мы не нарисовали. Остался у нас мотор. Да? Мотор можно взять, думаю, так. Я возьму какой-нибудь коричневый для начала. В смысле, V. Так, какого-то одного V не хватает. Я где-то его бросила. Во, V3. Вот с него можно, наверное, и начать. Вот, я вот это вот вначале уберу лишний карандаш. Я его сверху нарисовала, поэтому у меня есть шанс его еще убрать. Да, если бы вы зарисовали его один раз маркером, то у вас его уже шансов убирать было бы не было, да? И довольно-таки темный, вот он на самом деле, он почти черный, да?
Нижняя часть. Ну, не беру ни черный, все равно я возьму какой-нибудь C. Где у меня все C пропали? C5 ищу. Я начала раскидываться по столу, и у меня раскидало все маркеры так, что теперь не нахожу. C5 мне нужен. C5 на C4. Куда же я его делала? Ну да ладно. И вот, есть он. Есть. А какие-то места так прям совсем там темные. Все, можно теперь самим догадываться, что это, с чем его едят. Да, то есть нам вовсе не обязательно вырисовывать все. И, кстати, сильно черным тоже рисовать на заднем плане не нужно, потому что это приблизит это все тоже ни к чему. Да, может быть, даже Тикольхин было уже светловато, темновато нарисовала. Все нормально. Вот, что еще я хочу еще нарисовать. Там еще есть у меня такая небольшая любимая задумка, игра, да, что я люблю, когда я, допустим, рисую такие вот картинки, я люблю туда добавлять еще какого-то цвета. То есть, чтобы что-то было в картинке, вот сейчас она вся синяя просто. Мне хочется, чтобы, ну, хоть что-то было цветное в ней, да. Вот я делаю там, видите, такой вот какой-то оранжевый буйок, да. Допустим, вот на самом деле вот этот буйок тоже оранжевый, но мне почему-то очень хочется его прям красным сделать, да. Мне хочется каких-то красных пятен. Но вот на синий красный не потянет. Он не нарисуется, да, уже поздно. Какие-то красные пятна, как будто там что-то где-то находится, как это что-то есть. Но это дает немножко такую картинки немножко, что она более становится веселая, на мой взгляд. Да, тут, к сожалению, там ничего нету красного, а так хочется. Какой-нибудь флажок, что ли. Вот у этого тоже есть флажок теперь. Пусть. Пусть. То есть вот такие вот небольшие детальки мне очень нравится их добавлять, чтобы они там была немножко жизнь появилась. Чтобы в картинке появилась немного жизни. Так, смотрю, что бы можно было сделать. И еще я вижу, что и там, правда, всего одна мачта. А мне хочется. Я понаделаю еще мачт. У меня там будет. Вот. Мачты белым. Можно то же самое взять линером. Но осторожно, так как у нас все очень светло, да, если вы сейчас черным линером, вот видите, они выбиваются сильно по темноте, так не надо, да. Темным сильно линером делать этого не надо. Вот там какие-то палки торчат, что-то такое, какие-то детальки. Можно, может быть, чуть-чуть потемнее сделать кое-где вот свет чуть-чуть побольше, да, а то как-то сильно все бледновато. Так, и может быть чуть-чуть потемнее сделаю еще пятна там в тени. Я смотрю внимательно, какие там пятна действительно темные. Держу там, там.
мне кажется, больше на заднем плане рисовать не надо. Хотя я это уже сказала, я знаю, 3 раза. И еще нарисовала, да. Вот, ну что стоит тут еще нарисовать? Даже не знаю, мне кажется, уже в принципе все достаточно, больше ничего особо не надо. Какие-то детальки на лодке, но там на самом деле ничего особенного больше нет. Можно, кстати, если мелкие детали, я обычно их еще могу нарисовать и карандашом. Промахнулась. Какие-то мелкие детали могу нарисовать еще и карандашом. Если я, допустим, знаю, что я, если я это буду рисовать маркером, то он у меня получится там слишком толсто, да, мне хочется так это деликатненько. Ну, тогда можно карандашу доделывать. Будет более четко. Вот. Вот это место. Что еще можно тут сделать? Не знаю. Не знаю. Может быть, воду, но вот, честно говоря, не уверена. Можно будет как-нибудь вот тут вот бы чуть-чуть бы утемнить волны, но на самом деле действительно разница между вот этой вот освещенной водой и вот тут очень большая, да? То есть слишком затемнять их на самом деле не надо. Может быть, все-таки чуть-чуть пару полосок, но мне не очень хочется замучивать воду, потому что вы уже видели, когда мы в самом начале рисовали, да, она уже была там на 15 раз залита, что уже там может быть вода, то есть бумага уже может больше не принимать краску, то есть ее замучивать еще сильнее это не хочется. Ну, может быть, чуть-чуть больше. Я делаю следующее, у меня опять же есть вот B00, да, я им слегка прохожу, смачиваю плоскость и немного рискую сейчас тем. О, не норм. Норм, норм, норм. Вот. Вот, а сейчас, чтобы вот это вот сильно полосатости не было, потому что вот эти волны, они должны быть все-таки мягкими. Я их вот так раз и подразмываю слегка B00. Ага, осторожно, что попало, не хватать. Размазала карандаш. Теперь уже, наверное, не сотрется. И залезла на лодку. Ну да ладно. Все, мне кажется, достаточно. Можно теперь, так как я залезла на лодку, кое-где, во всяком случае, край чуть-чуть опять вернуть. Все, мне кажется, мне нужно остановиться, потому что я картинку только замучаю, лучше не будет. И поэтому, думаю, нужно просто остановиться сейчас. Вот.
Так, что еще можно сделать? Я обычно делаю, вы уже я показывала в самом начале, да, я обычно делаю у картинок вот рамочку. Ну, наверное, сделаю рамочку и посмотрю, как оно будет в итоге фактически выглядеть с рамочкой. Как это будет выглядеть все вместе. А рамка вот тут у меня, по-моему, если я не ошибаюсь, тут она у меня V5. Ну, так и сделаю. Вот этот вот W. 5. Тут сделаю. Последнюю еще сторону. Вот, сделала рамочку, немножко более получилось завершенно. Ну что ж, можно, наверное, на этом и остановиться. Да, вот тут у меня немножко форма вот этой вот волны меня немножко смущает, потому что она странная. Все, вы уже замечаете, я дотираю до дырок картинку, а посему останавливаюсь и все, стоп. Ну что ж, кто-нибудь рисовал со мной, кто-нибудь успел нарисовать? Как у вас там делишки? Кто-нибудь справился? Что-то хочется прям пару пятен. Еще куда-то там ярких. Ладно, все. Кто-нибудь успел нарисовать со мной? Кто не дорисовал эту картинку? Пишите, выставляйте картинки по тегам Life. Нижнее подчеркивание вид, нижнее подчеркивание Надя. Да, я постараюсь, я обязательно постараюсь сохранить, как всегда, эфир. Надеюсь, у меня это получится. Надеюсь, сложится все. И тогда загружу его опять же на канал в YouTube. У меня действительно есть канал YouTube. Надя Лёдлов. Ищите Надя Лёдлов, да? Точно так же называюсь, как и в Инстаграме. Вот, и я загружу туда, и вы можете потом посмотреть запись.
Если у вас еще какие-то вопросы, то можно сейчас задать. И я тогда с удовольствием отвечу. Все пропали, никаких вопросов. Все понятно. Ну что ж, раз никаких вопросов, тогда я еще раз хочу рассказать вам сделаю рекламу еще раз и расскажу, что мы с 25 по 6, а с 25 6, то есть с 25 июня по 1 июля у меня пройдет пленэр акварельный, обратите внимание, не маркерный, акварельный пленэр в Праге. Там есть еще два свободных места. Если кому, так сказать, интересно, кто пожелает, то присоединяйтесь и будем вместе рисовать на пленэре в Праге. Прага очень потрясающий, замечательный, красивый город. Там рисовать, там очень много есть всего, что можно рисовать. Мы будем рисовать. Мы рисуем, конечно же, там красные крыши, рисуем картинки. Но пленэр, как еще раз повторяюсь, не маркерные, а акварельные. Да? То есть то, что я сейчас показываю, это маркеры, а мы будем рисовать на пленэре акварельные. То есть это для всех любителей акварелистов. Да? Вот. Так что пишите, присоединяйтесь. Где-нибудь есть еще что-нибудь пражское? Нет. Пражского нету. Наверное, все уже, да? Другие картинки нет. С Праги. Вот еще вот эта дверь из Праги тоже. Да. То есть присоединяйтесь к пленэру. Будем рисовать красивую Прагу с красными крышами, с извилистыми улочками. То есть вот прямо Прага, как она есть. Ну что ж, полистайте скетчбук. Можно, в принципе, я уже в первой части, я уже начинала трансляцию из того, что я листала скетчбук. Да, можно будет, и она есть это в записи. В принципе, вы можете посмотреть это в записи. Да, то есть будет сейчас 24 часа будет еще доступно в Инстаграме, а потом я еще и потом загружу еще скажите, в YouTube заболталась. Вот, пишите мне в контакт, я вышлю всем, кому интересно, я вышлю все подробности про пленэр, сколько стоит, что будем делать, программа. И, кстати, если не поленитесь, можете у меня в моем профиле в Инстаграме, у меня есть ссылка на страничку пленэра, и, собственно говоря, основные все нюансы, все подробности там уже описаны. То есть вы можете заглянуть, пройтись по ссылке и посмотреть, что, собственно говоря, там стоит, да? Можете уже там посмотреть. Вот. Скетчбук я уже рассказывала, у меня тоже, опять же, повторяюсь, в самом начале рассказывала, что скетчбук у меня от сделанной ручной работы отцу скетч, а бумага в ней Тэвол, то есть двухсторонняя маркерная бумага. Вот посмотрите, мы долго возюкали-возюкали сегодня, да, и если я поверну на другой стороне, у меня тут другая картинка, и ничего не маркеры не пробили. То есть я могу действительно рисовать двухсторонне. Вот это специальная маркерная бумага. Про нее я тоже уже рассказывала. Это вот от Canson T-Wall. Причем она не такая, как маркерная бумага, например, от Copic. Та от Copic, она очень тонкая бумага. Я ее не люблю. Вот эта бумага 220 грамм. То есть она вполне себе приятная, такая толстая на ощупь. Да, вполне себе солидно выглядит. Вот, от Canson, и это вот этот в этом скетчбуке именно она. Да. Я на ней и наловчилась, мне нравится рисовать на ней, потому что это довольно-таки удобно, приятно. Да, она хорошо в этом смысле работает.
Ну что ж, пишите, присоединяйтесь, кому интересно, пишите мне или в контакт, или пишите организатору Кристине и присоединяйтесь к нашему пленэру в Праге с 25 по 6, с 25 июня по 1 июля. Я буду очень рада, если вы присоединитесь. Будет очень приятно познакомиться и вместе порисовать. Да, и я очень рада, что вы были со мной. Слышала и смотрела. А вот, кто-то написал. Слышала и смотрела ваш эфир. Параллельно рисовала подсолнухи. Логично. Пока они у меня не засохли. Совмещая приятное с полезным. Спасибо за компанию. Да, спасибо вам. Спасибо, что смотрели. Спасибо, что заинтересовались. Да, рисуйте. Рисуйте, кто не успел нарисовать по эфиру, то можно будет, я загружу запись эфира в YouTube. YouTube будет еще 24 часа доступно в Инстаграме, так что присоединяйтесь и рисуйте. Ну что ж, тогда я очень была рада. Я очень рада тогда была с вами порисовать. Спасибо вам за внимание, за компанию. И постараюсь сохранить эфир, выложить его. И я думаю, до новых встреч. Пока!